Семилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина в этом году пошли в школу. На первый в их жизни звонок знаменитые родители отвели ребят лично. Причем в сеть попало трогательное видео с Примадонной, которая не смогла сдержать слез от праздника. Для тебя съесть яркое солнце, чтобы не грустила ты, не нервничала зря. Душа, что пела, не болела сердце, здоровья крепкого тебе, красный свет. Ну а после начались школьные будни, эпизодами из которых периодически делится глава семейства. Например, в свежей публикации Галкин показал спортивное утро двойняшек. Братик с сестренкой усердно занимаются на домашних тренажерах. Да. Ух ты! Ну все, давай. 50 выходи из этого. Ого! 20 метров и 50. Ну ты прыгнула. Гарри на беговой дорожке. Лиза на турнике. 800 метров, 53 калории, 54 калории. Кричит марафонец Гарри, хвастаясь своими достижениями. Ого, ну ты прыгнула. Удивляется прыжку с тренажера Лизы папа. Я понял, я вижу. 54 калории! Это у меня быстрее скончится. Юные первоклашки с удовольствием объясняют папе, как выполняют свои упражнения. А отец пытается уговорить их завершать занятия. Кстати, дети Пугачевой и Галкина с первых лет жизни занимаются плаванием. И шоумен периодически хвастается достижениями наследников. Эпикедоме.